Все началось в 1989 году. Тогда Госбанк стал выпускать памятные монеты из золота и палладия «Русский балет». Именно через этот вид искусства в то время хотели передать русский культурный стиль. Об успехе можно судить хотя бы потому, что об этом заговорили и нумизматы, и просто ценители музыкального и драматического театров. Банк России выпускает памятные монеты, посвященные театральной тематике, уже более 30 лет. Первая была выпущена в 1989 году из Мелихиора к 150-летию со дня рождения великого композитора Модеста Мусоргского. С тех пор выпущено уже более 100 монет, посвященных театральной тематике. На фотовыставке посетители увидят изображение 20 монет из собрания музея Банка России, познакомятся с их техническими характеристиками и историей создания рисунка. Балет – это одна из визитных карточек отечественного искусства. Банк России перевыпустил ту знаменитую серию и дополнил ее монетами со сценами из наиболее известных русских балетов. Театр – это красота, зрелищность, сила, магия. Изображения великих композиторов, хореографов, режиссеров, актеров сохраняют память о силе великого русского искусства. Уверен, что посетители смогут по достоинству оценить мастерство художников-медальеров, ожививших картинки на монетах, и узнают много из истории театра. Фотовыставка Банка России «Магия театра» будет работать до конца сентября. Евгений Волков, Андрей Просвиркин. Наши новости.